Скорпионы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на февраль месяц. Что вас ожидает? И первая карта для вас – это карта семерка трудностей. Семерка, знаете, показывает то, что преодоление каких-то ситуаций, каких-то проблем – преодоление даже ваше внутрь какие-то состояния, когда вам тяжело, да? Самое главное, что здесь уходит это состояние, да? Вы можете это перебороть, да? Вы можете это пройти, вы можете это отпускать. Даже через трудности, через преграды вы это умеете делать. Давайте посмотрим следующая карта, что вас ожидает на начало месяца. Карта суда, да? Карта суда показывает, что сгореть дотла и возобновиться заново, да? Вот даже вот как показывает, пройти какие-то преграды и стать другого человека, да? Здесь для некоторых еще может быть какие-то судебные документы, да? Судебные какие-то разбирательства, да? Здесь может то, что даже если получить этот суд, вам идут как бы какие-то трудности, еще может такое. Давайте посмотрим. Следующая карта на начало месяца – Паж Пентакли. Вложение в себя, вложение в свои знания, вложение, знаете, самого как личность, да? Вот тот период, когда вы можете что-то новое начинать для себя. Вот именно в начале февраля, вот, знаете, уйти от старых проблем и начинать что-то новое, ставить себе новые цели, да, ставить новые какие-то возможности, которые в будущем для вас может даже здесь финансовая какая-то ваша вот, знаете, благо станет лучше. Да, здесь может быть не такие большие финансы могут прийти, но то, что у вас может накопление какое-то быть, это однозначно. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это пятерка пентаклей. Уход от каких-то проблем, да, уход от ваших прошлых состояний, перемены, трудности. Но я хочу сказать для тех, которые в отношениях, если вы понимаете, что в ваших отношениях идут какие-то трудности, что вам не, ну, тяжело уже идти с таким человеком, вы просто должны уйти от таких отношений. Но эти отношения, которые уже изжились, да, уже нету никакие возможности восстановить вот эти чувства или эмоции. Для одиночек, вот мужчины и женщины, здесь как будто показывают какие-то ваши прошлые трудности, уже они начинают уже в начале месяца, феврале, уже и в середине, то, что у вас это уходит, да, уходит это ваше, может, даже внутренние какие-то ваши проблемы, внутренние состояния, если какие-то, знаете, может, со здоровьем какие-то были трудности, вот то, что здесь как бы у вас идет улучшение. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. И это карта колесо фортуны. Новые возможности, новый какой-то шанс. Да? Фортуна уже на середине месяца на вашей стороне. Она дает вам возможность построить что-то новое. Здесь, если касается рабочего момента, я хочу сказать, что вы можете спокойно начинать что-то новое, какую-то работу. Да? Здесь идет вот такая возможность, что шанс дает. Все зависит от того, что вы будете делать. Да? Может, здесь трудно уходить от старой работы. Вам, может быть, пришло трудно это, но вы преодолели, вы начинаете что-то новое, уходит от такой состояния, и фортуна дает вам этот шанс новое строить. Давайте посмотрим следующая карта, колесница. Колесница, если вы правильно сделаете какой-то выбор, если вы будете стремиться, то вы знаете, как у вас в жизни идет, знаете, как взлетная полоса, да? Здесь благодаря то, что вы будете правильный выбор сделать, правильно какое-то решение возьмете, у вас идет уже в середине начало чего-то нового, да? Это будет как очень быстрое, да? Вот то, что для некоторых может быть, что будет касаться тема переезда или куда-то поехать, да? Вот куда-то вы захотите поехать, и у вас может быть такое состояние. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Королева кубков. Для мужчин и женщин-одиночек хочу сказать, что это ваша мудрость, это ваше спокойствие, это ваш талант, да, это ваше знание. Но для женщины я хочу сказать, что да, вы спокойны, вы принимаете какое-то решение, вы не спешите, даже если это трудно, даже если это тяжело, вы уходите. Но обращайте внимание на ваше здоровье, да. Для мужчины есть такая женщина рядом, да, есть женщина талантливая, мудрая, хорошая, спокойная, но за которой будет весь вот именно
февраль месяц обращать внимание на ее здоровье, да, следить за ее здоровьем. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяц. Королева Пентакли. Королева Пентакли тоже показывает, да, она показывает ваша стабильность, ваше благо, но здесь больше карты идет то, что для женщины нужно обращать внимание на здоровье, да. Здесь нужно именно по нижней части, да, вы стоите на своем троне, да, вы находитесь там, где вы должны находиться, но здесь просто нужно обращать внимание, да, как бы здесь как звоночек, что вы должны это, знаете, даже вот к этому раскладу прислушиваться, да. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, что вам высшая сила подсказывает, да. Карта Луны, убирайте свои страхи. Для женщины здесь мне показывает, почему по здоровью здесь может быть такое, что вам не хватает энергии, у вас как будто уходит силы, и вы не понимаете, почему это происходит. Да? Здесь у вас как будто теряется сила, но вы этого не понимаете, а почему это происходит. Поэтому, мои дорогие женщины, обращайте внимание обязательно на ваше здоровье именно в февраль месяц. Для мужчины здесь тоже как не хватает как женской внимания, да, женская энергетика. Здесь нужно как будто наполнение женской, чтобы более вот, или знакомиться с такой женщиной, да, чтобы вы стали счастливы. Или еще могу сказать, что вам трудно идет то, что вы стоите между любимой женщиной и вашей стабильной женщиной, мои дорогие мужчины. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.